прямых доказательств. Хотя он точно понимал, что это она. Анастасия Юрьевна. Ну, доказать ничего не мог, но она сама согласилась признаться во всех убийствах. Ну почему? В обмен на то, что папа избавит тебя от нее славы, защитит тебя. Она сама хотела тебя защитить. Нам пришлось дать тебя в детдом на время, но так было нужно. Ты была такая маленькая, испуганная. Я тебя увидела, подумала, вот это моя дочка. Ну, было неважно, кто на самом деле твоя мать, какая она. Ну, правда, неважно. Мне просто хотелось защитить тебя и все. Ну да, все хотели меня защитить. Так оно и есть. Да. И поэтому вы с отцом столько лет молчали? Жень, папа хотел сказать, кто твоя настоящая мать. Это я запретила. Я не хотела тебя ранить. Наверное. Слушай, ну в 5 лет, когда мне было 5, или там 10, может быть, 15, ну почему вы молчали вот сейчас? Он должен был мне все рассказать. Знаешь, Женька, я ни о чем не жалею. Вот даже если бы сейчас можно было все вернуть обратно, я бы так же поступила. Правда. Я правильно все сделала. Да, теперь тебе придется решать, как будет дальше. Я счастлива, что у меня там.